Привет всем, дорогие мои друзья, с вами я, канал 1001, и это 60-й юбилейный выпуск моего города в Майнкрафте. В общем, и первое обновление, то есть, то, что произошло изменение в общем ландшафте в городе. Еще появилась новая улица, получилась, в общем, дала название новой улицы, это Старфайерская улица, в общем. И все, что нужно было, это все перенести это кафе Батуми, вот он. Сейчас кафе был целый. Короче, он вообще вот здесь был. Но потом я его вот сюда перенес. В общем, вот такое изменение произошло, в общем. Но и самое главное, изюминка 60-го юбилейного выпуска моего города в Майнкрафте, это магазин IKEA и площадь. Вот такая площадь. У нас фонтан такой вот. Состроил, конечно же. Здесь у нас флаг России. Ну, вот такой стандартный. Дальше у нас флаг Яковлевской области. Бежевый. Черный, желтый, такой вот. Вот красиво получился. Ну, снова у нас вечный огонь у нас. Другой вариант. И цветы посадил. В общем, вот так вот все выглядит. Еще, друзья. Какое дать название площади? Напишите в комментариях, какое дать название площади. А пока вы думаете, я показываю магазин Ки. Мини-вариант магазина. Конечно, здесь у нас такие вот полочки, где можно разложить свой товар. Кассы. Если здесь повернулся, то здесь 9 касс, наверное. Если не подводит память, то это точно 9 касс. Так, у нас проход такой, дальше у нас полочки с товарами. Телевизоры. Такие вот квадратные, прямоугольные. И дальше полочки с товарами, с продуктами. А вот здесь уже боксы с замороженными продуктами. Вот они. Вот так вот. В общем, вот как-то так, в общем. В общем, друзья, вот такой вот получился юбилейный 60-й выпуск моего города в Майнкрафте, друзья. И вот, короче, показал площадь, и, возможно, надо сделать еще такую же, только уже в районе мэрии. Но, что-то не сложилось там, и там просто улица Зюганова там в районе мэрии. Кстати, вот дорога, которая будет на Старфайерской улице, в общем, будет начинаться от Советской улицы и заканчиваться будет Святославской улицей. То есть вот такая длинная получилась дорога. Короче, летим, в общем, далеко лететь. Так. Так, и вот здесь уже разъединяется дорога, вот так вот. А здесь я уже продлил дорогу на Святославской улице. Тем более, что и та, и другая улица недостроена еще. И по поводу торгового центра Луч. Да, друзья, в общем, торговый центр Луч пока что недостроен еще, просто только там гипермаркет Карусель, но, в общем, короче, руки не доходят до него. И, возможно, я перенесу его, если получится.
И на этом сегодня все. Спасибо всем, кто посмотрел этот юбилейный выпуск про мой город в Майнкрафте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока.